Калининграде я уже 4 года. Всегда любил подстригать. Работал в концептуальных местах. Люблю нестандартный подход к стрижкам. Люблю стрижки 50-х, 60-х годов. Меня друзья называют Диз, потому что это сокращенно от слова дизель. Прозвище у меня Дизель, потому что я байкер и езжу на мотоцикле, мне дали его давным-давно. Могу допоздна оставаться в барбершопе, не замечаю, как летит время, потому что это для меня в кайф. Могу стричь, брить. Стригать людей – это для меня жизненный стиль. Ты можешь найти меня в барбершопе Дэдди. Меня зовут Дмитрий Дисло.